Еще одно райское место. Посмотрите. Хочу показать вам сегодня красоту неописуемую. Вот этот отель сейчас покажу. Royal. Один из старинных английских отелей. Как я сейчас выяснила. Да. И здесь всегда он полон визитеров, полон гостей. Как, впрочем, и сейчас. Очень красивое расположение. Центр Вентера. Royal Hotel. Очень старый, красивый английский отель. Все так скромненько и со вкусом называется. Вот знаете же вы, наверное, да? Чем отличаются английские садики? Я вам сейчас расскажу, тех, кто не знает. Они отличаются тем, что здесь пытаются такую придать атмосферу естественной природы. Вот посмотрите, например, фонтанчик. Он весь зарос, как бы, да? Для нас кажется, что зарос. А англичане обожают. Именно вот так. Чтобы он казался не вот таким просто, что как бы оккультурено все. Нет, а так, как будто это немножко уголок живой природы. И сейчас уже, конечно же, у нас розы вовсю расцвели. Красота. Сейчас я зайду сюда, в этот отель. По-моему, это 5 звезд Royal отель. Если смогу, не буду выключать камеру. Посмотрим. Я здесь хочу заказать столик. И мы вечером с другом сюда придем. Вот давайте мы с вами сейчас посмотрим. Я здесь была, но давно уже была. А сейчас здесь у них, видите, вот такие вот места. Ресторанчики такие небольшие. Очень уютные. Здесь, опять, если вы меня спросите, почему людей нет. Ну, потому что сейчас 12 часов дня. И сейчас еще не время ужина. А это у нас вот как раз ресторан, в котором мы будем обедать. А это вот шикарная мансарда такая здесь. С красивейшими цветами. Сейчас как раз ланчтайм, люди обедают, видите. Очень все здорово. Мы еще не решили, если будет хорошая погода, то можно даже здесь посидеть. Вот здесь на великолепной этой открытой веранде. Вот, вечером. Заказала я ресторанчик вечером. И вам, возможно, немножко тоже сниму, что мы здесь будем есть и пить, если вам интересно. Раньше здесь, да, 10 лет назад, здесь, конечно, было классно. Вот я вам показываю еще небольшое такое помещение. Я попросила прайс-лист, спросила, как у них здесь с посещением, сколько у них гостей на сегодняшний момент. Мне девушка дала прайс-лист, и я увидела сразу, что там от 150 фунтов в сутки номер. Вот. И как бы она сказала, что сейчас отель полностью занят, а номеров здесь всего 56. Конечно же, хочу вам показать вот эти клематисы огромные. Посмотрите. Просто огромные. Красивые. Конечно, уже они практически отцвели. Но вообще, впечатление такое, что они вообще какие-то искусственные. Ну и это все тот же чудесный отель. Посмотрите. Здесь даже есть открытый свиминг-пул. Бассейн. Вот так. И притом на солнышке. Я знаю, что почему-то европейцы обожают бассейны. Они даже предпочитают бассейн морю. Вот, открытой воде, чистейшей. Как у меня говорит моя знакомая,
Они предпочитают вот эту самую лужу. Чистейшей воде морской. Ну вот так как-то. Извините за мой французский. Погода у нас сегодня плюс 27. Здорово, замечательно, красиво. Я думаю, что у нас вечер будет интересным. И вообще, вы знаете, я вот сейчас покажу вам здесь, когда немножко прогуляюсь, покажу вам дальше всю эту красоту. Красоту этого великолепного острова. И, знаете, я думаю, что вот когда начинается такая шикарная погода, лето, июнь, июль, август, наверное, даже нет никакого резона куда-то еще ехать в Европу. Будем здесь. Завтра мой друг приезжает ко мне. Вот я поэтому и заказываю здесь нам ресторанчик на вечер. Потому что он здесь мало что знает. Но, знаете, сказать по правде, я тоже небольшой любитель гулять по ресторанам в своем месте, где я живу. Поэтому я тоже, знаете, не имею большого опыта посещения, где лучше, где хуже, где вкуснее еда, где вкуснее вино. Мой друг такой гурман. Ресторан Royal, конечно, один из дорогих. Но посмотрим. Не буду пока ничего загадывать заранее. А это я вам показываю еще другой отель. Вот такой вот. Но вы знаете, к сожалению, он закрыт после коронавируса. Похоже, что он не выжил. Все здесь закрыто. Хотя мы здесь когда-то были с вами. Друг мой приезжает ко мне на неделю. И я поэтому хочу серьезно подготовиться. Потому что когда я к нему приезжаю, он всегда так серьезно готовится к моему визиту. Расписывает план. Ну, это такие англичане, знаете, они очень педантичные, очень дотошные. Ему нужно все заранее расписать, купить билеты, заказать на все, на вечер, на день. Если мы посещаем Эксбери Гарден, вот этот сад огромный, он заказал там все сразу же, все билеты. Я таким не отличаюсь. Я, знаете ли, все у меня экспромтом больше мне нравится. Поэтому сейчас я решила тоже подготовиться. Вот, значит, первое, то, что я заказала ресторан. А сейчас я еще думаю, что я покажу ему вот это красивое место. Это такой парк. Воскресенье. Чудесный солнечный день. И посмотрите, у нас музыка в парке. Сколько людей. Удивительно. Вы знаете, я редко здесь, в этом парке, бываю именно в выходные. Может быть, сейчас здесь вот так вот. Классно. Не знаю, как вам, а мне нравится. Вот так вот здорово здесь. Знаете, я не люблю обсуждать англичан, но иногда я балдею. Посмотрите, мужчины, цвет волос. Как вам нравится? И посмотрите, это, наверное, его жена. Еще другой цвет волос. Ну, фантастика же просто. Я же говорю, что иногда англичане, они как дети. Да, вот такие вот они. Я не знаю, может быть, это цирк к нам приехал. А, нет, они, оказывается, даже и не семья. И он в восторге от ее волос. Поэтому подошел и спросил. Да. Ну, здесь, как обычно, у нас уточка, у которой сплошные мужья. Помните, наверное, да? Это же одна уточка серенькая.
Остальные все селезни у нас здесь. Они давно здесь так живут. Дружной семьей. Все смотрится по-другому, когда тепло, солнечно, да? Смотрите, показываю вам, сколько много селезней здесь. Какой-то переизбыток мужского населения. А, всего лишь одна. Одна самочка. Ну вот. Не красота ли? Вода довольно прозрачная. Может быть, здесь даже рыбы. Когда-то здесь рыбы большие жили, плавали. Но не знаю. Сейчас что-то не вижу. И знаете еще что? Показываю вам вот эти очень красивые растения. Они такие полуводяные. Я даже не знаю, как они называются. Говорят, что они ядовитые. И вообще листья у них... Это видите, какие огромные листья? Иногда бывают листья вырастают в диаметре метр. На зиму они отмирают. А потом опять растут. Покажу вам, как это все выглядит зимой у нас. Все по-другому, но надеюсь, вы узнаете. Этот парк называется парк в Бентнере. Ага, вон они две. Видите, две огромных рыбы красных поплыли туда за куст. Чудесная певица здесь. Хороший голос. Вот такая красота у нас, друзья. Жаль, что в Англии мало солнечных дней. И совсем бы было замечательно, если бы хотя бы лето у нас было жарким. Но не всегда. Посмотрите опять. Посмотрите на возраст певца. I'm all right, thank you. Посмотрите на возраст гостей, которые здесь отдыхают. Видите, да? Ну, есть, правда, с колясочками, есть, правда, с детками. Но в основном... Хотя нет, здесь публика разная. Вот сейчас мне в красивую кружку нальют кофе капучино. Кстати, удивили, цена недорогая, всего лишь 2,60. Пью кофе из необычной чашки и наслаждаюсь музыкой, друзья. Вот такой сегодня у меня замечательный день удался. Я сейчас немножко погуляю. Немножко покажу вам. Посмотрите вот эту чудесную стенку, вдоль которой идет мужчина. И вот этот чудесный вид вниз туда, на Вентнер. Я хочу, чтобы вы вспомнили. Это как раз, помните, была очень опасная ситуация. Dangerous, так называемая. Здесь все обвалилось. И вот эти дома очень дешево в цене сразу упали, дешево продавались. Вот, посмотрите, да? Шикарные дома, которые обычно стоят огромных денег, потому что это самый центр Вентнера. Шикарный вид на пролив, английский канал. English Channel, пролив Ла-Манш. Повторяю еще раз, чтобы вас немножко ввести в курс дела, да? Вот, и вот теперь это выглядит вот так. 2 года здесь проводились работы укрепительные, строили. Все здесь укрепили теперь. Посмотрите, даже я вам сейчас наверху скину видео, как это все здесь выглядело опасно.
и просто доходила, знаете, туда, до самой вот этой огромной пальмы. Я эту пальму называю, знаете, как португальской пальмой. Вот в Португалии такие огромные пальмы. Ну и вот, посмотрите, какие дома. Те, кто не испугался, остался и вытерпел это все, все эти проблемы. А вот, выиграл, получается, да? Я ужасно боюсь высоты, если кто знает. Вот я сейчас вам немножко покажу, как выглядит эта стена теперь. Вот так. Это новая стена, построенная недавно. Кстати, пальма, это меня удивляет. Посмотрите, как она здесь шикарно себя чувствует. Неожиданно вдруг. Вот и одна пальма шикарно себя чувствует, и вторая. Посмотрите. Ну, не всегда так они здесь весело живут, у нас пальмы. Кстати, дальше посмотрите. Вероятнее всего для них... Боже, как раскричались деды и бабки. Как раскричались деды и бабки. Любители поговорить. Даже и забыла, о чем говорила. Так они меня напрягли. Посмотрите, какие красивые цветы. Бесподобные цветы. Хочу себе такие посадить. Обожаю. Они вот видите, на каком основании здесь. Как суккуленты, по-моему, да? И вот, вот они здесь. Видно даже лучше, как они выглядят. Замечательно, красиво. Вот на такой каменной стенке. Ну вот опять я отвлекаюсь, да? Так вот я и говорю, что не всегда себя пальмы так чувствуют прекрасно. Но здесь похоже, что очень хорошая для них почва. Да и вообще в Вентнаре, наверное, климат для них замечательный какой-то. Немножко тоже другой. Хотя у нас на острове для всех растений чудесное. Чудесный климат. Боже, опять я остановилась, открыв рот на эти чудесные цветы. Полюбуйтесь. Ну не прелесть ли? Боже мой, как красиво. Все чувствуют растения себя здесь прекрасно и чудесно, но, конечно же, за ними здесь уход. И англичане со своими садиками просто великолепны. Так вот, удивило меня еще и то, что здесь открыли дорогу для автомобилей. Посмотрите, они здесь еще и площадку сделали смотровую и дорогу большую. Хотя автомобили же, наверное, когда едут, сотрясают всю эту почву, и еще большая опасность обрушения. Но нет, без проблем. Вот так здесь выглядит эта площадка смотровая. Посмотрите, как красиво там у нас сейл, эти парусы маленькие. Катамаранчики с парусами. Это здесь опять яхт-клуб у нас. В каждом большом городе яхт-клуб. Вот и поедут. Ну вот представляете, да, как здорово. Все. Сделали так, что, как говорится, никто и не теперь и не предполагает, что так тут было опасно. И вот опять, наверное, недаром говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кто... Здесь бросился продавать свою недвижимость и снизил цену почти в 2 раза. А кто-то ее успел еще и купить. И повезло тем, кто не испугался и купил. Вот так вот, друзья. А я-то бы не купила. Я такая бояка. А еще показываю вам, вот, наверное, последний раз. Вот эту стенку, которая здесь построена была, возведена. Да? Видите? Чудесно все выглядит. И здесь дорога внизу тоже. Ну, вообще, конечно. Нет, по таким дорогам на автомобилях ездить, хоть они и указывают 20 миль в час скорость, ограничивают, но все равно страшно. Здесь уклон большой. Да. Ну, вот так, друзья. Я обещала вам показать, что здесь будет дальше. Вот вам и показываю. Для меня самой неожиданная история.